Александр, что происходит в последнее время в системе государственной власти России? Ну, я думаю, происходит, если говорить без нецензурной брани, полное обнагление всех институтов власти, в первую очередь силовиков, которые увидели, насколько легко россияне столько съели, извиняюсь за выражение, дерьма в виде этого обнуления, в виде этих поправок, что решили, что, ну, значит, они съедят еще больше. И уже вот какой, шестой или седьмой день подряд происходят политические обыски. Их уже прошло около 40. То есть каждый день после этого обнуления где-то у кого-то по политическим мотивам происходят какие-то обыски, задержания, аресты и так далее. Чего они пытаются добиться вообще? Я думаю, они пытаются добиться того, чтобы, в принципе, никакое инакомыслие в России не присутствовало, потому что очень многие люди, которые находятся сегодня во власти, у принятия решений, они действительно сошли с ума и действительно начали верить в ту чушь, которую они распространяют на всю Россию. Они верят, что они находятся в положении осажденной крепости, что весь мир хочет там нас развалить, нам какое-то зло причинить и так далее. Настолько много они кормили россиян этими помоями, что сами начали в них верить. Поэтому они отрываются все больше и больше от реальности. У некоторых доходит вплоть до шизофрении, у всяких там, я не знаю, руководителей силовых органов и так далее. Можете почитать их статьи, там программные заявления какие-то. Это просто ужас, когда люди всерьез говорят о том, что там весь Запад объединился против России. Да, ребята, только вы против кого-то все время объединяетесь. Весь мир живет себе и живет, а вы верите в какую-то чушь. Вот эти люди верят в чушь и согласно этим установкам принимают решения. Вот и все. Поэтому они пытаются подавить любое инакомыслие, запугать. Они действуют то, что они умеют. Запрещать, не пущать, сажать. Все. Если среди них хоть кто-то адекватный на сегодняшний день, который реально и объективно оценивает ситуацию? Я не знаю, есть ли среди них абсолютно адекватный. Мне кажется, среди них есть какие-нибудь хитрецы, какие-нибудь функционеры в администрации президента, которые, по крайней мере, понимают, что в действительности происходит. Но просто дело в том, что я сомневаюсь в их адекватности, потому что эти люди, оценивая ситуацию реально, все равно продолжают вести Россию в какую-то пропасть. То есть логика здесь совершенно непонятна, ну, кроме разве что сохранения собственной власти. Но эти люди делают сегодня больше всего для того, чтобы в России опять наступили катаклизмы, какие-то революции бесконечные, какие-то, я не знаю, распады на разные страны и так далее. Потому что именно эти люди, подавляя все возможные изменения, реформы и появление новых людей во власти, они приближают страну к распаду. По твоим оценкам, силовики и далее будут ужесточать давление на оппозицию? Абсолютно точно. За ними нет никакого контроля. Никто не может их, я не знаю, приструнить, или что дедушка, который считает, что он контролирует спецслужбы, я уверен, абсолютно их не контролирует. Дедушка окончательно сошел с ума и вообще сидит в своем бункере и совершенно не понимает, что происходит. Либо понимает, но делает вид, что как бы все нормально, все так и должно быть. Все происходит, как у Булата Акуджавы. Римская империя времени упадка сохраняла видимость полного порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом, жизнь была прекрасна, судя по докладам. Вот у него по докладам все просто идеально. Но выглядел он откровенно жалко во время этого голосования. Он попытался устроить шоу, где он покажет, какой он альфа-самец и как вся страна его поддерживает. Только примерно около 20 миллионов бюллетеней пришлось вбросить. Если раньше он всерьез выигрывал хоть какие-то выборы, где появлялся он сам. Ну, мог, я не знаю, если бы честно посчитали, я уверен, там было бы 58-55%, где-то, может быть, 60% на каких-то выборах. То здесь он окончательно показал себя просто как какое-то жалкое зрелище вообще. И я думаю, что все его сподвижники это увидели, хотя он пытался показать, что как раз-таки он супер незаменим. Ни черта не вышло, все только увидели, что он теперь слишком труслив, чтобы дать кому-то пост еще на один срок, чтобы потом якобы вернуться. Вот. Он слишком не доверяет собственному окружению. И он в целом вообще как бы, ну, такая хромая утка. Он больше всего боялся статуса хромой утки, и в итоге он и показал, что он хромая утка, ни на что не способная, сидящая в бункере, боящаяся всего подряд и вывозящая даже бедных ветеранов на 2 недели в какие-то замкнутые санатории, чтобы они прошли карантин, и чтобы, не дай бог, рядом с ним на параде никакие больные старички не появились. Не знаю, слышал ли ты или нет эту историю. Согласуют митинг массовый или нет в ближайшее время? Я уверен, что не согласуют, потому что, ну, опять же таки, они получили сигнал внятный после голосования, что люди готовы все съесть.
И что если они запретят людям выступать против, ну, люди все равно и это съедят. Вот и все, как бы, это простая причинно-следственная связь, которая у них осталась в голове, по крайней мере, у силовиков. Силовики не любят никакие митинги, более-менее хитро с митингами еще, может быть, поступают различные гражданские, типа, может быть, людей из администрации президента или каких-то там собянинских чиновников. Они иногда, им иногда удавалось убедить там силовиков не проявлять никакого внимания к митингам, и люди мирно расходились. И таким образом они проявляли свою хитрость. А вот. А силовики всегда делают хуже. Если кто-то вышел на улицу, значит, их надо отдубасить, избить, вообще разогнать. И тем самым привлекается еще больше внимания. Тем самым они как раз-таки заставляли еще больше людей выходить на улицу. Поэтому сейчас они просто не дадут, скорее всего, выйти никому. Не согласуют ничего. А всех, кто выйдет, ну, тихо изобьют и рассуют по автозакам. Тем не менее, я очень горд тем, что люди продолжают выходить на одиночные пикеты хоть как-то. То есть есть еще смелые люди в стране, которым не наплевать, которые не говорят всякие глупости, типа «я вне политики, это меня не касается», которые понимают, что все, что вокруг нас происходит, это политика. Я очень горжусь, что такие люди есть, я очень горжусь, что многие из них мои знакомые. Иногда и самому удается выходить на различные пикеты. Конечно, неприятно, когда тебя задерживают, но что делать? Не проявлять никакого участия, это уж вообще, значит, опустить руки и вообще у меня лапки. То есть в перспективе, по твоим оценкам, у людей вообще не будет никакой нормальной возможности выразить свою позицию? У людей сейчас ее уже нет. Но дальше все будет только хуже становиться. И у меня единственная надежда на то, что люди наконец-то проснутся и поймут, что не существует никакой коллективной ответственности, существует только индивидуальная. Пока каждый к себе не предъявит условие, что я должен выйти на улицу и высказать свое «нет», высказать свое отношение к этому беспределу, пока каждый этого не осознает, так ничего не поменяется. А сейчас каждый думает, вот выйдет миллион, тогда я присоединюсь. Так не работает абсолютно. Только массовый протест работает на эту власть, как и на любую авторитарную власть. Как ты можешь оценить то, что некоторые регионы не поддержали или в меньшей степени поддержали так называемые поправки в Конституцию? Я могу это оценить только положительно и могу сказать, что, скорее всего, процент за поправки в них еще меньше. Это говорит о том, что рейтинги действующей власти очень сильно падают. Они очень сильно об этом беспокоятся, они это прекрасно знают, все свои рейтинги, реалистичные, не те, которые нам ВЦИОМ дает паршивый. Вот. И поэтому они ведут себя как загнанный зверь, хотя чувствуют себя вовсе не как загнанный зверь и вовсе не выглядят как загнанный зверь. Любой режим, вплоть до самого дня его падения, выглядит как большой чугунный мост. Только как и любой чугун, чугун очень сильно и неожиданно рассыпается. Вот я не знаю, знаешь ты, нет, если по чугуну ударить, он сыпется. Хотя сначала он выглядит как, я не знаю, ну вот чугунный, ну не зря говорят чугунный мост или чугунный казан, выглядит как вот, я не знаю, что-то монументальное, но сыпется очень неожиданно. И все это выглядит очень стабильно и очень сильно. Вот режим сейчас выглядит очень сильно, но на самом деле он очень близок к тому, чтобы под собственным весом надорваться. Проблема в том, что люди все равно не проявляют никакого участия в политике, и когда наступит какой-то вот ахтунг, какой-то пипец, вот тогда мы окажемся, к сожалению, как масса людей, мы окажемся не готовы к этим изменениям. Все, к чему я призываю людей, это начать интересоваться тем, что происходит вокруг вас. Но люди не хотят этого, я их отчасти понимаю, потому что они работают за свои нищенские зарплаты, они еле-еле сводят концы с концами. Нас ввели в состояние постоянной нищеты, постоянного вот этого вот планирования на один месяц. В развитых странах планирование, горизонт планирования средний 3-5-7 лет. У нас это один месяц. Такой горизонт планирования только в нищих странах. Даже в африканских странах в некоторых повыше горизонт планирования. Вот это означает, что мы все время думаем только о том, как заработать на еду. Мы работаем всей страной на унитаз. Больше ни о чем не думаем. Конечно же, пока люди не поймут, что для того, чтобы это изменилось, нужно заняться политикой, мы и не начнем больше зарабатывать. Но в то же самое время люди боятся хоть каких-то изменений, чтобы не стало еще хуже. И именно эту боязнь использует нынешняя власть и говорит вам, если придет кто-то вместо Путина, то будет еще хуже. Только сейчас она доводит до того, что чем дольше мы проживем с Путиным, тем действительно будет хуже, когда он уйдет. А он рано или поздно помрет, он все-таки человек, надеюсь, он не бессмертный. И в итоге мы сейчас, как страна, напоминаем героинового зависимого. Мы все дольше и дольше потребляем героин в виде вот этих вот чиновников, которые присосались к нашей стране. Паразиты, натуральные паразиты. Даже не как ругательство, они просто высасывают все.
И мы себя отговариваем, что нет, я не хочу слезать с этого наркотика, мне будет больно, мне будет плохо. Только чем позже мы слезем, тем хуже будет ломка. Вот и все. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся. А ломка обязательно будет, потому что сейчас очень много проблем законсервировано, они заморожены. Когда настанет время, менять власть, то мы увидим огромное количество проблем. И нам нужно будет со всем с этим справляться. Нам, вам, телезрителям, нам с тобой, потому что мы здесь останемся. Эти сволочи свалят, у них все за рубежом. Им плевать, что здесь будет какой-то разруха или что. Именно к этому я всегда призываю людей заняться, наконец-то, нашим домом. Вот и все. Александр, прокомментируй, пожалуйста, задержание губернатора Хабаровского края Фургала. Если честно, я не знаю, как такое может быть, что человек сначала 10 лет сидит в Госдуме, депутатом является, потом губернатором несколько лет. И только тут наконец-то выяснилось, что ого, ничего себе, он оказывается заказными убийствами руководил. Если он действительно руководил заказными убийствами, то вопрос к правоохранителям, как так? Как вы вообще могли допустить, что человек кучу лет принимал законы, человек причастный к убийствам? А если он не причастен к этим убийствам, то ну абсолютно очевидно, чего его убрали, потому что слишком известный и популярный стал человек у себя в регионе, слишком большое количество его сподвижников стало депутатами в ЗАГС-собраниях. Люди показали, что в принципе они готовы голосовать хоть за табуретку, лишь бы не за Единую Россию. Люди даже понимают, что ЛДПР — это ширма, это игрушечная оппозиция, абсолютно контролируемая, что Жириновский — это кремлевский человек, но все равно готовы проголосовать хоть за черта лысого, но лишь бы не за Единую Россию. Возможно, если Фургал не виновен, то именно поэтому его арестовали. Как ты думаешь, продолжатся ли так называемые чистки губернаторского корпуса? Обязательно продолжатся, потому что это продолжается, в общем-то, каждый раз, чем ближе к выборам. Они же это используют в качестве риторики, что якобы, смотрите, мы боремся с коррупцией. И люди, которые сильно введены в заблуждение, к сожалению, этому верят. Люди, особенно в глубинках, которые не имеют альтернативных источников информации, которые думают, что Владимир Путин хороший, которые не знают, что это просто натуральное варьё и жульё. Вот. Чистки продолжатся, и я думаю, что, к сожалению, в первую очередь эти чистки затронут тех, кто хоть как-то нормально работал. Я не говорю, что там есть у нас прям огромное количество губернаторов, которые нормальные губернаторы, но многие из них, даже несмотря на то, что воруют, хотя бы что-то при этом делают у себя в регионах. И если вдруг ты, не дай бог, становишься слишком популярным, то ты уже не нужен этой власти. Нужно, чтобы ты был, ну, такой, средненький, чтобы тебя можно было, если что, протащить, и чтобы ты был абсолютно контролируем. Если ты вдруг становишься народным героем, то все, до свидания. Панфилова Элла Александровна назвала выборы самыми честными, самыми демократичными. А ты согласен с такой оценкой? Мне очень жаль наблюдать то, во что превратилась Элла Александровна из нормальной правозащитницы, как быстро она деградировала. Мне кажется, что у нее очень серьезные сложности сейчас происходят в сознании с попытками оправдать то, что она говорит, с попытками оправдать то, что она делает. У человека я-концепция так устроена, что он всегда себя оправдывает. Способности человеческого мозга к самооправданию безграничны. Я думаю, именно этим она сейчас занимается, и именно поэтому она озлоблена на тех, кто раньше был ее соратниками, и на тех, кто ей сейчас говорит правду. Потому что где-то в глубине души ее совесть, я уверен, понимает, что она делает отвратительные вещи, что она лжет, занимается манипуляциями и пособничает ворам, жуликам и даже убийцам. И я думаю, именно поэтому у нее происходит такой диссонанс в голове, и поэтому она так злится на всех, кто ее критикует. Путин совершенно никак не связан с реальностью. Это совершенно оторванный от реальности человек, который вообще не понимает, что происходит в стране, вообще не понимает, что происходит в его ближайшем окружении. Может быть, уже у него там у дедушки деменция началась, а может быть, не началась. Я думаю, что, конечно же, он очень сильно зависит от того, что думает его окружение. Чтобы ни в коем случае никто даже не начал думать о преемниках, он раз и показал, что, ребята, я еще надолго, я еще на 16 лет. То есть он очень боится того, что кто-то начнет думать о преемниках. И также, я думаю, он очень боится смерти, потому что он ведет себя как человек, который просто панически боится любых возможных намеков на того, что он когда-то уйдет из этой жизни. А он обязательно уйдет. И в этом его, конечно, первая и главная слабость. Он оторван от реальности, он напоминает совершенно сумасшедшего человека, и он жалок и стар. Я думаю, он это чувствует, и чтобы этого не чувствовали его же подельники, он как
как животное, которое не хочет показать, что вожак уже дряхлый и ни на что не годен. Он пытается еще какие-то финты показывать, хотя финты все эти выглядят уже жалко и просто отвратительно. Александр, в связи с последними событиями, обыски, задержания журналистов, правозащитников, координаторов, не считаешь ли ты, что силовики начали играть свою игру? Я думаю, они давно уже играют свою игру, просто раньше хотя бы как-то тот же Путин мог, я не знаю, осадить их, как-то сказать, нет, вот сейчас эти у руля, или вот этими процессами этими руководят и так далее. Сейчас, я думаю, они совершенно потеряли какие-то берега, хоть какие-то. Они, я думаю, считают, что они управляют дедушкой, выжившим из ума. И я думаю, что они считают, что теперь на них управа никакой, и никто не в состоянии хоть что-либо сделать с ними. Потому что их поведение четко демонстрирует, что они считают, что они хозяева страны. Что может помешать тому, чтобы оппозиция, левая и правая, могли объединиться? Личные амбиции. Личные амбиции и неспособность играть командную игру и неспособность смотреть далеко вперед. Каждый стремится прямо сейчас ухватить какую-то часть популярности среди населения, не понимая, что если мы будем играть в долгую и командой, то каждый из команды в итоге получит еще большую популярность. Все хотят здесь и сейчас, и поэтому все грызут друг друга. Мне это осточертело просто люто, просто жутко, но большинство из оппозиционных лидеров не способны, к сожалению, играть в командную игру, а когда начинается командная игра, они боятся, что ну вот вдруг я как самый популярный в этой группе стану не самый популярный в группе. И зачем мне делиться своими подписчиками? Зачем мне делиться своей популярностью? То есть люди думают, к сожалению, не категориями, там, как бы побыстрее приблизить страну к переменам, а о том, как бы увеличить свою политическую капитализацию. В определенные моменты политической деятельности это нормально, но никогда нельзя думать только об одном из этих двух вещей. А наши политики, в том числе оппозиционные, очень часто думают только о своем политическом капитале. Это омерзительно, это плохо, но единственное, к чему я могу призвать людей, это не ждать, пока у вас появится вождь. Не надо, не работает так. Каждый раз, когда появляется вождь, он может совершать ошибки. И обязательно совершит. И вообще зависеть от одного человека – это плохо. Если вам не нравится, я не знаю, Навальный, Гудков, кто угодно, объединяйтесь у себя в районе, у себя в муниципалитете, начинайте пытаться менять что-то у себя, начинайте делать горизонтальные, развивать горизонтальные связи. Не ждите, что придет добрый дядя, никогда не придет. А если и придет, то слишком велика вероятность, что так же, как в 2000-м, мы думали, что добрый дядя – это Путин, а оказалось, что просто отвратительнее и хуже некуда. Понимаешь, и это поэтому вот я всегда людям говорю, пока мы не возьмем на себя личную ответственность каждый за то, что происходит у себя, в районе, в подъезде, какой-то маленький кусочек ответственности, ничего не поменяется. Как преодолеть страх перед полицией? Вот тебя неоднократно задерживали, ты имел дело с полицейскими, так или иначе. Как людям преодолеть страх и выйти в одиночный пикет, либо с кем-то объединиться? Ну, во-первых, бояться – это нормально. И ты правильно говоришь, что самое сложное – это именно его преодолеть. То есть страх будет сохраняться. Я не скажу, что мне было суперкомфортно сидеть на аресте там 20 суток или 8 суток до этого. Ничего комфортного в этом нет, конечно. Но самое главное – прийти к осознанию, что если дать страху все-таки овладеть тобой и ничего не делать из-за страха, то дальше будет только хуже. Обязательно хуже. Так же, как мой пример с героиновым зависимым. Вот он боится начать лечение, потому что боится ломок. А в итоге он тянет до того момента, когда ломка будет такой ужасной, что уже просто вот лучше бы преодолел страх и раньше начал лечение. Страх нужно преодолеть, чтобы хотя бы не доводить наш организм нашей страны до операбельного вмешательства. Пока еще можно полечиться таблеточками. Пока еще можно обойтись без крови. Поэтому, если каждый будет проявлять какое-то участие, одиночный пикет и так далее, он своим примером покажет людям, что так можно. Что, оказывается, не все запуганы. И люди, когда видят, что они не наедине, тогда они начинают легче преодолевать страх. Нас, на самом деле, людей, которые хотят жить честно, воспитывать детей, честно зарабатывать, платить налоги и жить в нормальной стране, большинство. Меньшинство находится у власти, и оно вороватое, жульковатое. Но меньшинство всегда лучше организовано.
Проблема именно в том, что мы не чувствуем родства, единения в этом большинстве. Мы не знаем, как определить на улице. Вот я подойду к кому-то и скажу: скажите, вы ведь за то, чтобы жить по чести? Ну, люди скажут: ну, конечно, что ты, дурачок, что ли? Именно этого нам не хватает, общности какой-то, идейности. Нам нужно поэтому какой-то, я не знаю, какой-то знак придумать, что ли, общий, который будет... Вот в последнее время хорошо расходится этот крестик, этот красный. Нужно показать, что нас большинство. Вывешивайте на балконах какие-то, это то же самое, эти знаки или какие-то лозунги. Пусть соседи узнают, что к вам могут прийти полиция и там за безобидную фразу, что за Россию без жуликов и воров, вас там могут, там, не знаю, приехать пожарные, краны и вообще снять это все с вашего балкона. Показывайте абсурд этой власти. Показывайте, что вас большинство. И что мы здесь хозяева этой страны, мы власть на самом деле. Мы избираем этих людей, мы назначаем, кто будет просто распределять те деньги, которыми мы, опять же таки, скидываемся. Они всего лишь наемные и временные менеджеры. Это самое главное, что нужно понять. Да, могут быть проблемы, но без проблем мы допустили во власть воров. Как теперь без проблем? Никак без проблем их не выгнать. Нужно обязательно преодолеть страх. Александр, из твоего опыта, что происходит в полицейском участке и как себя ведут рядовые полицейские по отношению к политическим активистам? Всегда по-разному и всегда зависит от полицейского участка. Есть полицейские абсолютно адекватные и спокойные. Они просто приводят тебя в участок, оформляют и даже особо не разговаривают с тобой. Кто-то даже выражает симпатии. Есть отбитые, которые начинают пытаться доказывать свою правду или даже пытаются побить кого-то, пытаются унизить там словесно, пытаются сказать, что вот все равно ты сядешь, угрожают там и так далее. Есть и такие неприятные совсем. Совершенно разные есть, поэтому здесь все зависит от мест, где, куда вы попали. Основная рекомендация какая, если вдруг задерживает полиция? Ничего им не говорить. Ничего не говорить. Как можно чаще ссылаться на 51-ю статью Конституции, на любые неудобные вопросы, отвечать, что вы не хотите, и вы вправе не отвечать в соответствии с 51-й статьей Конституции, потому что вы не обладаете специальными юридическими знаниями и юридическим образованием, и не можете дать надлежащую правовую оценку тому, какие последствия вашим словам наступят. А просто лишний раз не разговаривать с ними. Спрашивают фамилия, имя, да, дайте фамилия, имя, там, я не знаю, дату рождения и так далее. В остальном, ребята, 51-я статья, мой адвокат меня сказал, что убьет, если я вам хоть что-то скажу. Свалите все на несуществующего адвоката, даже если у вас его нет, придумайте историю о том, что вот ваш адвокат ругался на вас и говорил, что убьет вас, если вы хоть что-то скажете полицейским. При этом не конфликтуйте лишний раз, не надо говорить, там, я не знаю, волками позорными их называть, мусорами, там. Разные люди там работают, по разным причинам там оказались. Просто спокойно держите себя уверенно, их это больше всего обезоруживает. Вот и все. Александр, ты довольно давно не был в эфире, так скажем. Как вообще перенес изоляцию вот эту всю? Ну, я переболел коронавирусом, во-первых. Вот. Относительно легко прошло все. Просидел я в жесткой изоляции 28 дней в связи с этим, не выходил вообще из дома. Вот. Потом, соответственно, занялся немного своим здоровьем, поэтому пропал. Сделал операцию на перегородку. Всем советую, если есть проблемы с дыханием, не тяните. Это обязательно надо делать как можно раньше. Спасибо, Александр. Спасибо.